Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать в нашем посольстве. Очень рад, что это очередной конкурс, очередные победители. Вот. И сейчас позволю себе с помощью директора школы, руководителя этого проекта, вручить вам призы, а потом мы еще обменяемся какими-то добрыми словами в адрес друг друга. Так, прошу вас, спасибо. Дорогие ребята, я очень рад, что сегодня вы нашли время прийти к нам для того, чтобы получить заслуженные награды за свой труд. Этот год был как бы в дальнейшем сети тех мероприятий, тех конкурсов, которые проводятся традиционно в течение нескольких лет. И в этом году задания, которые были ваши к вам предложены, расширены были. Не только вы отвечали на вопросы по русскому языку, но проверяли знания культуры, географии России. И вы очень достойно ответили на это. Спасибо большое. В связи с этим позвольте нам вручить диплом, которым награждается Любомир Черный, победитель конкурса «Узнай Россию лучше», занявший первое место. Дипломом награждается также Ганна Петникова, победитель конкурса «Узнай Россию лучше», занявшая второе место в нем. Более формальных, я предлагаю перейти к неформальному общению.